Тайга позади, и вот мы уже в зоне смешанных и широколиственных лесов. Многие думают, что леса – это просто так, развлечение. Но на самом деле леса нам дарят жизнь. Деревья, которые растут в лесах, дают нам кислород. А кислородом мы дышим. Так, сделали небольшое отступление. Тайга позади еще раз. Да, впереди новые приключения. И сегодня мы, как я уже сказала, в зоне смешанных и широколиственных лесов. Ух ты, какая полянка с цветами. О, а вот, наверное, сам дуб. Дуб – это царь всех деревьев. На дубе растут удивительные его плоды – желуди. Свиньи обычно питаются желудями. По вине человека все чаще начинают вырубать леса. Но к нашей радости потом леса снова сажают и восстанавливается потеря леса. Это все очень хорошо. Но где же факты? Начинаем. Начнем с зоны смешанных лесов. Итак, зона смешанных лесов расположена в умеренном поясе страны, южнее тайги. В смешанных лесах расположены и хвойные растения, и широколиственные. Это отличие. В смешанных лесах хвойные растения сменяются широколиственными. А теперь температура. Климат в смешанных лесах довольно влажный. Продолжительное теплое лето, продолжительно умеренная холодная зима в европейской части зоны. Средняя температура в июле от плюс 16 до плюс 21 градусов Цельсия, а в январе от минус 6 до минус 14 градусов Цельсия. В европейской части и до минус 28 градусов Цельсия на Дальнем Востоке. Что ж, пора отправляться дальше в зону широколиственных лесов. Да, но не забывайте, в широколиственных лесах есть и мелколиственные растения, например, береза, осина. Это только малая часть. Что ж, вот мы и в зоне широколиственных лесов. О, вот еще дуб. Да, а елочек уже нет, потому что елочки были в зоне тайги и смешанных лесов. Да, теперь здесь только широколиственные растения. Да, но есть же еще и мелколиственные, куда их девать? Широколиственные называют леса, да, потому что... Ой, продолжу. Хорошо. Итак, широколиственные называют леса, потому что в большей части своей тут преобладают широколиственные растения, а мелколиственные стоят на втором плане. Да, к широколиственным растениям относятся клен, дуб, липа, ясень, вяз. Итак, температура. В широколиственных лесах довольно теплый климат. Умеренно теплый климат характеризуется теплым продолжительным летом и мягкой зимой. Годовая сумма осадков равномерно распределена в течение года. Несколько выше испарения, что существенно снижает уровень заболоченности грунтов. Ой, а как же животные, обитающие здесь? Точно. Мы же забыли про смешанные леса. Давайте тогда сейчас расскажем про широколиственные, а потом подойдем ближе к смешанному лесу и расскажем про него поподробнее. Хорошо. Итак, проще говоря, фауна широколиственных лесов. Млекопитающие широколиственных лесов в Западной и Восточной Европе – дикий кабан, благородный олень, лось, косуля, зубр, лесная белка, бурундук, бобр, рыжая полевка, желтогорлая мышь, сони, заяц-беляк, заяц-русак, еж обыкновенный, лесная кошка, рысь, лисица, волк, бурый медведь, барсук, горностай, лесная куница, ласка, норка европейская. Крупные животные сохранились лишь в отдельных массивах, не уничтожены хозяйственной деятельностью человека, например, в Карпатских горах. Фауна муссонных широколиственных лесов на Дальнем Востоке, амурско-уссурийских, китайских и корейских, особенно богата.
так как туда проникают виды с юга. Из млекопитающих характерны уссурийский крот, манчжурский заяц, пятнистый олень, горал, гималайский или белогрудый медведь, харса, енотовидная собака, аморский тигр, дальневосточный леопард, дальневосточный лесной кот. Птиц тут чуть-чуть поменьше. Ястреб, тетеревятник, иволга, поползень, чиж, рябчик, тетерев, косач, глухарь, дроздрябинник, соловей, синица, снегирь, жаворонки, серый журавль, зяблик, кукушка, дубонос, большой пестрый, зеленые средние дятлы, осоед, конюк, где бомб? Похоже, он пропал. Надо рассказать. Совы, филины, голуби, аисты. Вороны, галки, сороки, грачи, гуси, утки и другие. В Азии личинкоед. Белоглазка, голубая сорока, широкорот. Фазан, утка-мандаринка. Я упал от того, что здесь так много животных. Что ж, пойдем вернемся в смешанные леса. Там нам нужно рассказать о фауне тайги. Точно. Да, но в смешанных лесах, куда мы сейчас прибыли, же растения, которые в тайге и в зоне широколиственных лесов. А приключения? Не может быть, сам пятнистый олень! Да еще в какой одежде! Прямо зима нам дарит подарки! Все готовы спеть новогоднюю песенку? Да! Маленькой елочке холодно зимой. Ля-ля-ля-ля-ля, пятнистый олень. Помогите, пожалуйста, я совсем потерял свои породы. Да, но они растут. Минуточку, сейчас открою свою Википедию. Такс. Открывай свою Википедию. Итак, пятнистый олень. Тебе нужно идти в леса на Дальнем Востоке. Да, но как туда добраться? Идти туда не дойти совсем за всю жизнь. Я знаю, кто нам поможет. Извините, еще не научился свистеть. Короче. Садись, пятнистый олень, подвезу. Спасибо! Пока! Песенка! Затянулась съемка. И ничего. Побывали мы в зоне лесов. Были здесь елки и дубы, клены трудностей. Всем пока-пока.